Играем. Играем и записываем. Я ем. Говорит и показывает Москва. Да. У микрофона Спартак, Геннадий. У микрофона Геннадий Сергеевич Орлов. Что-то перепутал. Это не Москва. Итак, сейчас мы будем играть в духе старых классиков. Ну это вообще не серьезно. Где камбэк-то? Ты обезопасил своего короля только что. Нет, нет, нет. Я хочу вскрыть линию. Вот, по-моему, все шедеврально. Ну да. Он же не будет сейчас запирать? Стоп, и вот, ну, и нет, вот он начался. Такое я не спасу. И вот он начался. Ну, а 6 надо играть. Нет, там C5 вообще похоронило. Вот это знаешь, как это мы встретим соперника лбом. Мы его встретим лбом. Правильно выразился. Ну что, в атаку. Опять батарея. Хочешь, я тебе открою страшную тайну? Нет, не хочу. Нахрена ты вернул ладью на место? Потому что я не согласен с твоей трактовкой дебюта в этой партии. По мне, она слишком рискованна. Понимаешь? По-моему, я бы сыграл очень агрессивно. С этим я согласен, но мне кажется, что ты потерял чувство меры. Не, понимаешь, дело в том, что я заставил зрителей держать... То есть, можно сказать, что мы начали наш матч с максимального напряжения. Да. То есть, с первых минут пошла ожесточенная рубка. Угу. Только у нас фигуры нет. Ничего не страшного, ладец его... Стоп, не работает ладец. Ладно, зато. Да, зато. Зато король скоро убежит. Может быть. Вот это уже было обидно. Меняемся? Не, смотри, ферзь, он переключается на чужой королевский фланг. А, конь g4, как вариант. Какой конь g4, смотри, мы хотим выиграть ферзя. А что, а вот он... Теперь появилось, да, но, по-моему, он случайно защитился от этой угрозы, если честно. А, кстати, реально ферзь стал здесь? Ну да, да. Вот сейчас на Е2, ой, на Е3, нет, на Е2, нет, нет, не очень хорошо. Ну, фигуры, нет, мало фигур, мало огня. Ну, мало огня, по Гарри Кимовичу. Ладно. Так надо его добавить. Галактик. Король F8 добавили. По-моему, мы неплохо начали, но очень трусливо, на мой взгляд, очень трусливо сейчас поступили. Конь D5, это просто говорит о том, какие кони. Кони — это говно. Я не очень понял, почему вот это говорит о том, что кони — говно. Ну тебе ведь можно даже центр доски поставить. Ладно, забыли. Итак, у нас не хватает слона. Кстати, позиция идентичная, да? У нас только слон за... Нет, просто не хватает слона. Ну, все нормально. Да, замечательно. Заставь его вернуть. Предложи ему ход назад. Вот сейчас предложи ему ход назад. Пусть конь там стоит. Ну ладно, я думаю, он откажется, поэтому. Всю гармонию испортил. Ладно. Все нормально. Ферзь d2. Это куда? Ну, конечно, ладья менять не стоит. Сейчас он будет пытаться... Тогда стоп. Тогда нашего коня ведем через Е7, наверное, на С6. Он должен оказаться там. Под двумя боями, что ли? Ну да. Блин, я понимаю, что он должен там оказаться, но мы не можем на это пойти. Поэтому король G8. Когда не знаешь, что делать, ходи королем. Это универсальное правило шахмат. Вообще жизни. Чужим. О, повторение. Предлагаем ничью. Нет, он отказывает. Вот и диагональ фил насыщается и насыщается. Так, ну, осталось короля наш один, да? И ладью уже два, или ферзя уже два. Ну, почему хочет все менять? Ну что за человек? Разве радостные шахматисты меняют фигуры? Ужасная партия. В атаку. Ну, конечно, давно пора. И теперь какой-то из наших коней где-то вариантов должен куда-то прискакать. Сейчас поскачет.
Ты же видишь, какой у Куда нас сейчас? план, да? Вот этот план. Или Пока вот страшно. лучше вот так, вот это мат два хода, но... Да. Король G8. Чтобы осуществить эту плодотворнейшую идею. Да. Ну, какой, а нехороший человек. Да что ж такое-то? Всю идиллию. Ша! А что он не взял? Не знаю, я просто уже все отдаю, чтобы срубить флаг. Ну, коня отдавать нельзя. Все отдам, а коня не отдам. Ух ты. Не понял идею? По-моему, он, то есть, он, видишь, он просек нашу тактику, но он слишком поздно применил. Всем спасибо за внимание.